Сейчас вы видите фотографии пожилых людей, которых разыскивают их родственники. В силу возраста пенсионеры теряются очень часто. Если среди ваших близких есть люди, которые страдают частичной потерей памяти или ориентации на местности, пришейте к их одежде матерчатые бирки с именем и телефоном, по которому можно связаться с семьей, и домашним адресом. Кроме того, не лишним будет указать диагноз пенсионера. Это поможет правильно оказать медицинскую помощь в случае, если пожилого человека обнаружат в тяжелом состоянии. Если вам что-либо известно о местонахождении людей, фотографии которых вы сейчас видите на экране, позвоните по телефону 02.